хочешь купить две матрешки, три вазы, пять кактусов, две кофты, пять сумок, две тарелки, шесть сувениров и картину? Тогда тебе нужно идти на Андреевский спуск. Это одна из самых старинных улиц Киева. Андреевский спуск получил свое название из-за Андреевской церкви, расположенной на Андреевской горе. Сейчас это улица-музей, одна из главных достопримечательностей Киева. Здесь жили и работали многие художники, писатели, композиторы. Теперь это галерея под открытым небом. Вдоль улицы работают театры, мастерские, выставки. Андреевский спуск особенно красивый осенью, когда вокруг желтые деревья, падают листья, а вокруг искусство, искусство, искусство. Но в 2012 году здесь планировали построить 8-этажное офисное здание. Но после митинга, на который пришли сотни людей, застройку запретили. А на этом месте решили построить арт-центр. Итак, сегодня я отправляюсь выбирать небольшой сувенир для своих американских друзей. Итак, что же выбрать? Может быть, купить сумочку? О, или может быть, тарелки, расписанные петрикиевской росписью? А, вот еще, посмотрите, кактусы. Отличный подарок. Можно поставить на окно и любоваться. А вот кожаные изделия. Украшения. О, вот такую шапку с глазами и клювом. Это будет прикольно. Откуда музыка? А, вот, бандурист. Играет национальную украинскую музыку. О, или может быть Пушкина? Может быть подарить книгу Пушкина? Посмотри-ка, вот так-так. Автобусные туры в Чернобыль. Запросто. Сел в автобус и поехал. Ну и, конечно же, матрешки. Матрешки – это традиционный подарок тем, кто приезжает к нам. Мне тоже болят. Итак, я провела на Андреевском спуске 4 часа. И что же я купила? Как ты думаешь?